Химках прошли соревнования по компьютерной игре. Киберспортивный турнир собрал более 200 детей из 23 школ. Участники соревнований были поделены на команды по 5 человек. Стояла одна единственная задача – победить соперника на виртуальном поле боя. По словам организаторов турнира, химкинские киберспортсмены продемонстрировали высокий командный дух. Химки вполне себе может стать столицей не просто киберспорта Московской области, а киберспорта всей России. Это огромная возможность для, в первую очередь, молодежи попробовать себя в чем-то, потому что не у каждого есть спортивные данные для физического спорта, но в то же время киберспорт открывает огромное поле возможностей для каждого человека. Провести турнир по киберспорту предложили химкинские школьники на одной из встреч с управлением по молодежной политике администрации города. Киберспортом увлечено огромное количество детей, и здесь проходит турнир городской по киберспорту. Он сейчас признан спортом Российской Федерации. Увлечены одной общей идеей, они все вместе взаимодействуют, тренируются, и хочется пожелать им только удачи. По итогам соревнований третье место завоевали лицей номер 12 и школа номер 18, серебро – школа номер 11. Лучшими стали киберспортсмены из 13-го лицея, которые уже строят планы на будущее. Может попробовать на какие-то другие чемпионаты этим составом попасть или как-то продолжить развиваться в этой сфере, потому что, как-никак, выиграть городской чемпионат придает мотивации. Победители турнира получили кубок первенства, а также медали, грамоты и компьютерные аксессуары.